А перед началом моего сотого видео хочу вам рассказать о таком интересном канале под названием Игровой канал Шурик Фит. Он мой друг и снимает видео по Xbox. У него есть видео по Xbox, GTA San Andreas и также у него есть Minecraft. Также он снимает видео с айпадника, где он рисует в Paint и разные другие видео. Также вот GTA 5 на Xbox у него есть очень много игр на Xbox. Также он раньше выкладывал FIFA. У него есть разные интро в начале, поэтому надеюсь, вам понравится. Заходите и подпишитесь на канал, ведь это поможет, чтобы он выставлял видео почаще, и они будут еще более интересны. Заходи и подпишись. Всем привет, с вами я, Ромчик, и сегодня я продолжаю, можно сказать, с сегодняшнего дня будут продолжать активно выходить ролики, но я сам уже немножко не рад тому, что не выпускал давно, я устал от этого, но тем не менее я приготовил для вас сотое видео. Это будет не какой-нибудь летсплей, не какой-нибудь обзор игры. Это будет уникально. Никогда я не выпускал такого видео. Но посмотрим. Интересно, понравится оно вам или нет. Я посмотрел, что больше всего видео у меня по голодным играм. Сразу же открываю тайну. Будет связано с голодными играми. Я хотел сделать... У меня было две идеи. Сделать нарезку всех своих убийств в голодных игр. Даже три идеи. Самому записать еще там порядка 10 убийств. Или сделать рейтинг топ-10 моих убийств. Остановился я на третьем. И вот, опрос в моей группе, который проводился. Что, кстати, показывает, что в моей группе из 29 участников все-таки кто-то еще есть. Ладно, проголосовало 7 человек, ну, один из них я, 6 осталось. Что вам по душе? Кнопку, ну, для меня кнопку не надо было нажимать. Открытое голосование и... Победа в голосовании. Победила вот эти вот три циферки и точка между ними. 1.25. Это будет, наверное, такая скорость убийства. Ну, как видео идет. Там ведь можно на Ютубе менять скорость. И поэтому сейчас вы увидите с этой скоростью, со скоростью 1.25. Хотя она ничем не отличается от скорости 1. На мое усмотрение. Топ-10 моих убийств. Или рейтинг. Объясню, почему так долго выходило время. Во-первых, видео почему так долго не выходили. Во-первых, в 2014-м я над этим видео не заморачивался. Хотел, думал, в 2015-м все отложил и все. В итоге приехал в 2015-м и только с 10-го начал работать. Начал я работать достаточно усердно. Мне надо было переписать все убийства, которые я сделал. Я даже сейчас могу посчитать. Так, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 26 убийств за 16 серий я сделал. И это учитывая то, что в третьей серии под названием «Читер» я никого не убил. То есть можно сказать, еще за 2 серии на лицензии я никого не убил. Можно сказать, что за 13 серий я убил 26 человек. По 2 убийства в серии. Так, ну а мы сейчас начнем. Первое видео мы начнем с 10 места. Еще хочу сказать то, что каждое мое убийство я буду называть каким-то шуточным названием. Ни в коем случае не принимайте это серьезно. Я буду, может, даже по цитатам своим из ролика. 10 место находилось в моей 13 серии, где под названием «Скилл растет». Это убийство я назвал как Кощей Бессмертный. Поехали, смотрим. Для тебя кольчужный нагрудник тут чи... Сразу же хочу сказать, я играл с ботаном. Кольчужный нагрудник для него. Тело достаточно хорошо одеты. Что-то на меня, да? Крипер-килли, крипер-килли, крипер-килли. Так, ты бежишь, бежишь, бежишь. Ты бежишь, ты чё, бессмертный думаешь, что? Это было 10 место.
Сейчас мы перейдем к 9-му месту. На 10-м месте расположился ролик под названием «Неожиданный железник». Это были самые первые мои голодные игры. В самом начале, буквально на 2-й минуте, я убил человека. Это убийство я назвал «На сильных лучше не нападать». Смотрим. Вообще. Вот. Значит, честно говорю, что записывал с первого дубля. Значит, вот я сейчас, смотрите, как его замочкаю. Смотрите. Это было 9-е место. Сейчас же мы перейдем к 8-му месту. На 8-м месте расположился убийство из 8-го ролика под названием «Фейловое поджигание». И здесь название этого убийства, так будет сказано, разобрался без нервов. Смотрим. Чувак. Играю я с Мошу Рашем. Он мне все подсказывает. Он уже был мертвым к этому времени. У него каменный топор или железные крупки. Мы с ним схлестнулись, и я его, понятное дело, забил. Это было сделано легко, на изичу. Это было 8-е место. Сейчас же мы посмотрим, что же расположилось на 7-м месте. На 7-м месте расположилось видео, которое и было в 7-м ролике. Такая тенденция у нас. Тоже я играл с Мош Рашем. Видео называется как обычно, но это убийство было не как обычным. Давайте посмотрим. Это убийство свое я назвал «С одного удара мертвый». Пошли, где он? Вот. А, ну тогда... У меня жизни мало, очень мало. Отходи, отбегай. Я сейчас пойдем, у меня посадишься. Давай. Все, я его слил. Он разлетелся. Вот так с одного удара и разлетаются люди в голодных играх. А мы приступаем к 6-му месту. На 6-м месте видео было на десматче. Когда видео называлось из 11-го ролика «Длинный ДМ». Дело в том, что я решил добавить, как это было упорно. Я покажу все видео целиком, но я его покажу в ускоренном видео, X2. Если я буду показывать в обычном видео 1.25, то это будет очень долго, потому что убийство длилось в реальном времени 5 минут 25 секунд. Убийство я назвал. Нужно сливаться по-честному. Давайте, я не знаю, как назвать, просто это очень упорно. Смотрим перемотки X2. Я играю с Димой, мы остаемся на десматче. У меня почти полный пункт брони, почти фулл железник я, без одного пункта. Мы с Димой пытаемся забить вот одного человека, который передо мной. Вот, подожди. Мы остались втроем, Дима. Давай ты со мной, я с другой стороны. Так, он сейчас... У меня железный меч. Давай, бей его. Нет. Да, правда, так, теперь ты за ним беги, я окружаю. Да нет. Я не знаю, человек-то, он за ним. Опа, он у тебя отталкивается. Вот такой. А, план капкан назад, сзади. Так, он сейчас регенция будет. Мне кажется, мы на... Ой, Дима, это ты? Да. Так, все. Почему же это не работает? Ну, не работает и не работает. Я бы ее уже грохнул себя. Так, сейчас... Что это? Нету тут верстака. Так. Тут что-нибудь есть? Опа. Рома, побежали, я посмотрю. Они железный сайт, что происходит? Так, сейчас тут. Дима. Рома, почему где ты? Потому что я вещи собираю, елки-палки. Понимаешь? Я вижу. Так, сейчас, подожди, я почти фулл железку оделся. Мне только кольчу... Меня... Я вижу, что я за ним пакет. Да все, я сейчас бегу за ним. Я за ним ношусь, а ты так одеваешься. Я сколько стрел? Да. Я не могу. У меня 3 стрелы. Рома, пошли, я быстро убиваю. Что ты там? Где ты? Рома. Я стреляю. Я все промазал. Отраться нет? Да все, я бегу за ней. А, надо быстро убиваю. Ну, блин, Рома, побеги за ней, я сейчас на попробую. Да как так, я по ней попасть не могу? Рома, назад тебя была. Я не видел, ну ладно. План капкан. Да как так я бы не попасть не буду? Давай, добивай, ладно. Сейчас мне покушать надо. Так, железный меч надо достал.
но мы с ней как-то коротко одеты. Почему она не подбирает хотя бы кожаный шлемак и не одевается? Потому что так что нажатие на его линию. Он опять. У меня самого полторы жизни осталось. Я тебя поздравляю. Она меня сама? Да убегай! Убегай, Дима. Она меня тоже. Я вам как-то работаю не коллективно. В смысле? Что это? Когда мы вместе, когда по отдельности. Вот я тебе буду пить в жизни. Ну ты же отрегенишься? Когда это будет? Ну я бегаю за ней и отрегенюсь. Он полторы жизни дома. У тебя еда-то хотя бы есть? Еда есть. Ну? Может, он полторы жизни. Так, я обхожу ее. Ну что ты можешь это время, а? Ну уйди настолько. Именно эта цитата «Умри достойно» стала мне послужила названием для этого ролика. «Умри достойно». Вот эта вот цитата больше подходит для этого убийства. «Умри реально достойно», знаешь? Ты бесишь уже нас. Так нельзя. Она что, ешь, что ли? О, я знаю, я буду ее выучить, тебя попасть. Дима, давай ко мне. О, да! И наконец это свершились, мы убили ее, не знаю, там я убил или мой подписчик Дима, но все равно это была командная работа, это было 6-е место, а сейчас мы переходим к топ-5 по моему мнению, самых красивых и эпичных убийств, впереди самое интересное, поехали. Сейчас мы приветствуем вас на топ-5 и сразу же говорю, если вы сейчас слушаете это убийство, сразу же говорю, убавьте звук в наушниках. В наушниках особенно, если вы слушаете, потому что сейчас звук, конечно, немного уменьшится, но вы сами посмотрите. Видео я назвал «Лутаться надо вовремя». Что себе, он упал? А ты-то что стоишь? Что ты стоишь? Да! Yes! И на такой прекрасной ноте мое, по моему мнению, 5-е место убийств закончилось. Сейчас же мы перейдем к 4-му месту. Это было место. Самое последнее мое убийство. Убийств за эти 16 серий. Оно было в 16-й серии, которая называлась «Поджог, но умер». На 4-м месте расположилось видео, где я играл с позитивным твитей. И это видео, так сказать, я убил не какого-то человека, а мы остались на десматче один на один с твитей. И, ну, я убил твити. Не какая-то непредательская тима. Это видео, это убийство я назвал «Завёл в комбо». Ты меня знаешь, как лагает? Всё, я слышал. И легко просто... Твит отнял у меня всего 3 жизни, я его поджёг и просто заколошматил железным мечом. Это было 4-е место. А сейчас... Топ-3 самых красивых убийств в моих голодных играх. И мы играли с Мушарашем в голодные игры во второй моей серии, которая называется «Не разобрался». Где я нанес один... Где мы слихнулись с одним чуваком, я нечаянно нанес один удар по Мушарашу, и Мушараша в итоге тот чувак добил, я погнался за тем чуваком. И видео я назвал «Даже Мушраш в меня не верил». Убийство. Он меня добили. Это как понимать, а? Ты как понимать то, что ты своих сливаешь? Я не сливаю своих. Давай. Так, за Спарту! За Спарту! Слить его надо! У меня пол ХП! Пол! Пол ХП! Это было 3-е место. Сейчас мы посмотрим 2-е место, которое было в самом начале. Ну, кажется, какой эпик может быть в самом начале, где вы на Максмане там пвпшитесь на деревянных мечах, там все. Но нет,
Это было очень тяжело затащить. Деревянный на деревянный никогда не бывает интересно. А вот это вот было очень интересно. Хоть у меня был и не деревянный. Сначала у нас была дискуссия. Ну, я говорил. На этой карте я играл с ботаном. У него не было микро. Я обсуждал там свои палочки. И в итоге мне в сундуке попадается каменный меч. И я иду всех кромсать. Это видео я назвал «Слить двоих за 12 секунд». Поехали. Смотрим. Не влияет на то, что у меня каменный меч, это влияет. И пошли сливать чуваков. Их. Да. И слили двоих, когда они нападали, можно сказать, подряд на меня. Шансов у меня было очень мало. Но, тем не менее, я забил их двоих и дальше продолжил жить. Это было очень хорошо, ведь именно благодаря этим двум убийствам я смог хорошо одеться и затащить на досматчи. Сейчас будет уникальное. Я впервые делаю нарезку. Я думаю, что у меня тут ужасно получилось, что тут, может, тут по голодным играм невозможно, можно сказать, составить нарезку. Все убийства одинаково красивые. Может быть, какие-то чуть более эпичные, когда у тебя остается пол хп, одно хп. Но сейчас речь не о том. Я сделал свою нарезку, поэтому... Если у вас есть другой вариант, я буду очень рад, если вы мне пришлете, например, первое видео, такой-то фрагмент. Я потом в группу выложу, после того, как выложу это видео, свой черновик, где записано у меня все, как я выкладывал. А сейчас смотрим. Первое видео, первое место в 6-й серии, которая называлась... Серия называлась Double Kill. Мы опять играли с Мушрашем. Он получил каменный меч и быстро побежал рашить чувака с деревянным мечом. Серию я назвал. Не будем выкладывать, но выложили. Да, есть убийство. Но у него вообще не было жизни. Он меня забил, скорее, давай. Да блин, я забраться не могу, ты меня видишь, Надеюсь? Да, вижу. Я ему один удар сделал. Он тебя сейчас сольёт. Да, я знаю, поэтому и убегаю. Солнце, вот чем я не люблю, я совсем люблю с тобой играть, и не полупрошу. В смысле? Я понял, что у него алмаз, блин. Я тогда же все выброшу через окно. Ну, следствие тоже уж не будем это выкладывать. Ладно, сейчас побуду. Так если ты его убьёшь, так это невозможно. Тогда можно убить. Это невозможно? Может, Раш, я бросаю тебе вызов. Это было возможно. Да нет, уже не будем выкладывать. Ладно, я просто выйду, ладно? Давай. Хотя нет, сейчас собью. Я его слил! Сейчас подожди, у меня... И на такой прекрасной ноте, где я невероятным образом слил чувака, мы закончим наше видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Если вы хотите такие видео, ставьте лайки. Не забудьте подписаться на канал. С этого дня видео будут продолжать выходить почти постоянно. Ну, не считая, если я буду болеть, там все такое. Кстати, сейчас я болею, поэтому... Сорян. Ну, удачи. Всем пока. Видео, кстати, могут немного не выходить. Нарезка на 18 минут. Всем пока.